Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» ведущий шоу «Мачо не плачут», а также утреннего шоу «Подъемки» нового канала Александр Скичко. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот очень... Вы прям все сказали, что я вам вот как написал, так вы все и сказали. Спасибо большое. Ну, я же профессионал, писать умею. Спасибо вам огромное. Так, поехали. Первый вопрос пишет нам Юлия. Олександре, а як ви відноситесь до пошуків четвертої ведучої? Чи вважаєте це доцільним, адже завжди використовувала трійка? І хто б зараз не з'явився, за виключенням хіба що Фреймут Єфросимівною, котрі мають величезний досвід новенька ж на вашому злагодженому фоні, буде програвати в будь-якому разі? Ну, во-первых, не всегда было три человека. Было время, когда Фагот, я помню, Даманский, еще их там было чуть ли не пятеро или шестеро, и они постоянно менялись. Четвертый ведущий — это не означает, что мы будем обязательно все вчетвером в кадре. Это означает, что мы можем меняться, да, потому что когда даже работаешь 5 дней в неделю без выходных, там может кто-то поехать в командировку где-то, снимать какой-то сюжет. Параллельно люди могут работать, там, остальные ведущие. Поэтому я отношусь в принципе к этому позитивно. Главное, кто будет это четвертое ведущее. Вот это самый важный момент. Если даже поставить Олю Фреймут сейчас к нам в кадр, я боюсь, что программа «Подъем» может превратиться в программу «Ревизор» утро. Поэтому здесь очень сложно подобрать. Это правильно. А уже известно, кто будет? Кто будет четвертая ведущая? Вот открою такую маленькую тайну. Даже сегодня, я сразу после вас, мы едем в 19:30, у нас продолжаются тракты. Поэтому пока нет. Так, далі вопрос від Іри. Саша, скажи, чи спілкувався ти з Критулою та Фреймут? Які вони за кадром? Чи давали вони можливість якось, можливо, якісь поради стосовно роботи підйомів? Да, мы, в принципе, даже неодноразово с ними встречаемся. Я буквально на выходных был в Тернополе, и там среди Притула VIP-концерт. Он потрясающий человек. Он, наверное, в последнее время стал моим кумиром. Вот был Иван Ургант, стал Сергей Притула. Он всегда, когда меня видит, почему-то так сложилось, что он со мной не здоровается вначале. Он ничего не говорит по работе. Он сразу подходит и говорит: «Чувак, ты такой красивый, привет». Вот, поэтому я не знаю, почему так. Но он очень классный, он очень веселый, он очень жизнерадостный, и я просто горжусь. По поводу Оли Фреймут, с ней мы видимся реже, буквально несколько раз, потому что у нее постоянно какие-то съемки, она очень редко бывает на канале. То ли наши графики не совпадают, но она, вот честно, какая в кадре, такая же и в жизни. Вообще люди, я считаю, должны быть идентичны, что в жизни, что в кадре, потому что если человек начинает играть, то это Сергей Зверев получается. Но я помню, когда вот пришла следующая команда за тройкой Фреймут, Притула, Педан, очень много, когда к нам приходила Фреймут, очень много читателей писали нам: «Оля, вернитесь, мы хотим вас видеть, мы к вам так привыкли, новые ведущие вообще не пляшут, так сказать». Не боитесь, что вас будут также сравнивать вот с этой тройкой, и чем ваша работа будет отличаться? Вот сравнивать будут всегда. И сравнивали точно так же Педана, Притула и Фреймут. И мало кто помнит, как они начинали. Если вот вспомнить, то тогда газеты писали, и многие люди писали: «Боже, как это, верните предыдущих ведущих. Маша Ефросинина и Горбунов были лучше, пусть они вечно ведут «Подъем». Всегда у ведущих наступает момент, когда им нужно двигаться дальше, и сейчас у каждого свой проект, я считаю это правильным, и они даже сами не захотят вернуться. По поводу того, что будут сравнивать, нужно просто работать и доказывать, что вы тоже можете вести «Подъем» и достойно это делать. И мы будем стараться это делать. Но все же ни Фреймут, ни Педан, ни Притула не давали никаких рекомендаций по «Подъему». Рекомендации? Ну, какие-то советы, рекомендации. Что-то было такое? Они просто приходят: «Малина, что, как у вас там дела? Нормально? Ну, давай». По поводу рекомендаций нет, конкретного такого ничего не было. Наверное, это их секреты, они же не выдадут секреты, которые 3 года просыпались и наращивали. Все-таки на одном канале работаете. Я спрашиваю, я не спрашиваю. Так, следующий вопрос от Лиды. Чи спілкуєшся ти с коллегами по підйому, по за ефіром?
Да, мы общаемся, конечно. У нас вообще подъем — это как такая жизнь. У нас сейчас появилась новая студия, и эта студия, мы ее даже не хотим так называть, это квартира, в которую мы приходим, мы завариваем себе кофе, каждое утро, в принципе, начинается с кофе или чашки чая. Мы читаем новости, мы обсуждаем то, кто что видел, то, где кто был, что снимал, чем занимался там на выходных или в любой другой будний день. Поэтому общаемся, а как же по-другому? Был вопрос, а как вы любя друг друга называете, может быть, вне кадра? Уже есть какие-то такие... Мы не настолько близко общаемся, чтобы как-то любя друг друга называть. Так, и я еще по ходу задам вопрос. Каково это — вставать в такую рань? Программа утренняя, прямой эфир. Трудно дается? Я так плохо выгляжу. Нет, просто лично для меня встать утром — это трагедия. Вот мне интересно, какой секрет у вас? Вот вы знаете, я каждую неделю переживаю 5 трагедий в своей жизни. Это понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Просыпаться очень трудно. Никогда не... Я уверен, что никогда не привыкну к этому. Я даже вот по поводу этой ситуации консультировался там с Машей Красиной. Говорю: Маш, вот вы там очень много лет, больше 5 провели на подъеме. Как вы просыпались каждое утро? Говорит: никогда не привыкнешь. Это правда. Да, Горбунов говорит: меня больше в жизни не заставишь работать на утреннем шоу. Вот та же ситуация. Хорошо, а у вас есть какой-то секрет, что вам позволяет проснуться? Кофе, чай крепкий, какие-то шуточки, прибауточки? Ну, в первую очередь этот секрет — это 6 будильников, которые я завожу. И зачастую очень просыпаюсь поздно, все равно где-то на полчаса. Это душ обязательно. И летом я нашел для себя такой ключ, называется он виноград. Значит, с вечера ставишь виноград рядом с собой на тумбочке, и когда ты просыпаешься, для того, чтобы тебе не уснуть, нужно что-то делать. Ты берешь одну виноградинку, кладешь себе в рот, и ты начинаешь, твой организм начинает заводиться, он начинает кушать, все, а потом надо пойти попить, потом надо пойти умыться, и дальше намного легче просыпаться. Поэтому советую всем попробовать, вот виноград реально помогает. Ничего себе, первый раз слышу такой рецепт. Обычно говорят: кофе, зеленый чай, душ, там, да, виноград — это впервые. Это рецепт от меня. Рецепт от меня, да. Кстати, вариант. Так, следующий вопрос от Викули. Как изменится шоу «Подъем» нового сезона? В первую очередь, то, что я сказал, изменилось. Теперь не студия, теперь у нас квартира. Второе, мы будем направлять больше нашу деятельность на информацию, свежие новости, то, что произошло. Вот я готовлюсь, условно говоря, к завтрашнему эфиру, и новости последние — это вот 10 часов вечера, 11 часов вечера. Потом в 6 часов утра я просыпаюсь, тоже просматриваем прессу, что случилось, чтобы люди знали первые о том, что происходит. Появятся новые рубрики. Могу сказать про себя, у меня появится рубрика под названием «Как заработать миллион» или «Как я заработал свой миллион». Мы пока не решили. Где будет рассказываться о известных людях, которые достигли успеха, каким образом и что они для этого делали. Они будут сами рассказывать. Первые миллионеры страны. Вам рассказывать? Приходить в студию рассказывать? Не в студии. Это, скорее всего, будет выездное интервью, потому что таких людей очень сложно привести к нам в студию. То есть это будут украинские миллионеры? Украинские? Ну, если, конечно, кто-то из известных иностранных звезд там будет у нас в Украине, будем стараться у него тоже взять интервью и узнать его рецепт успеха. Так, и вот еще вопрос от Викули. Чем заинтересовал ты Ивана Охлобыстина и Веру Брежневу? Вот у нас этот вопрос в анонсе, но я как-то не совсем в курсе, чем дело. Ответ на этот вопрос вы узнаете уже в сентябре. Я в этом году... Еще за что-то платить придется. Две недели назад я приехал с Одессы, участвовал в фестивале «Большая разница». И в жюри сидел Иван Охлобыстин, Вера Брежнева, Михаил Боярский. Мы показывали пародийный дуэт вместе с Валерием Ёрченко. Я не буду говорить про результаты, потому что уже совсем скоро это будет в эфире, и вы сами это увидите. Но мы фактически, как единственные представители от Украины, взяли золотую тормашку и достойно представили Украину на этом фестивале. У нас был вокальный номер, что именно
узнаете немного дальше. Ну, чтобы вы смотрели, это же, ну, как это? То есть и после этого поступили какие-то предложения, видимо, да? Конкретно от Веры Брежневой? Ну, от поступили, Брежневой, но да, во сне. Точно. Во сне, пока только во сне. Так, переходим к следующему вашему проекту. «Мачо не плачет». Наташа Нижинская пишет нам: «Дорогой Саша, расскажи, пожалуйста, как ты стал ведущим программы «Мачо не плачет»?» Ну, «Мачо не плачет» — это моя идея. Угу. Чего скрывать, собственно? «Мачо не плачет» — это проект, с которым я пришел на новый канал. Мы его очень долго утверждали, он очень кардинально менялся. И в результате получился тот продукт, который вы видите. Ну, это, собственно, по поводу того, как я стал ведущим. Там, наверное, будут еще вопросы, я не буду все рассказывать. Давайте, да, следующий вопрос Оленка. Саша, привіт. В першу чергу вітаю тебе з прем'єрою шоу «Мачо не плачет». Спасибо большое. У зв'язку з цим виникає питання, який найекстремальніший вчинок ти здійснив заради дівчини? Возможно, именно с этого поступка и появилась идея самого проекта. Что самое интересное, что самый экстремальный поступок уже случился непосредственно на проекте. Значит, это было в последней программе, которая выйдет буквально в это воскресенье. Оно будет, получается, мы уже записали. Я преодолевал свою фобию. Значит, съемочная группа решила надо мной пошутить. Типа, ну, если ты делаешь так, чтобы люди проходили свои фобии, давай и ты пройдешь свою фобию. Я очень сильно боюсь змей. Не то, что боюсь, я просто терпеть не могу. Это противно. Я считаю, что змей вообще боится каждый человек. Вот. Нет. Вы не боитесь? Я ловлю уже. Хорошо, тогда я буду вот так разговаривать. Так вот, боюсь я змей. И получилась такая ситуация, построили куб 1,5 на 1,5 метра. Запустили туда 9 змей, питонов. Самый большой был 2,5 метра, где должен был просидеть 2 минуты. Если вы хотите увидеть, как я кричу, как я ору и как я боюсь, вот в воскресенье можете посмотреть, это мне, честно, стыдно. Потому что если бы с парашютом, я бы прыгнул. Если скорость, без проблем. Вода, огонь, все что угодно, но только не змеи. Но это самое страшное, что у меня есть. А у меня, наоборот, парашют, это, наверное, было бы страшнее. Парашют вообще не страшно. Я, кстати, прыгал, да? Это приятно. Советую, попробуй. Да, даже если боишься высоты, да? Если боишься высоты, вдвойне приятнее, потому что там самолет, с которого ты летишь, прыгать с парашюта, вот это, наверное, самое страшное. Это Ан-2, 1805 года выпуска. Эх. Конечно, хочется преодолеть свои страхи, но как-то все-таки задумываешься, а стоит ли? Стоит. Стоит. Правда, мне неделю потом снятся эти змеи, но стоит. Угу. Не, действительно, очень страшно. Так, следующий вопрос по проекту «Балочка». Не так, боишься? Почему? «Балочка» пишет нам Ник. Боже мой, у меня новый проект появился «Балочка». Не боишься ли ты того, что однажды участники «Мачо не плачут» захотят сделать с тобой то, что сделал с ними ты, причем все и сразу? Вот это они и сделали. Ситуация, про которую я сказал, про змей, этим занимались участники, над которыми я издевался все эти 11 программ. Вот можете посмотреть, что они со мной сделали. Так, следующий вопрос от Ирины. Саш, не смущает ли тебя, что тебя воспринимают не как человека или профессионала в своем деле, а как симпатичную картинку? Кто пишет? Рина. Ирина. Рина. А, Рина? Угу. Ну, я так не считаю. Дело в том, что Риночке, конечно, отдельный привет. Я, если хотите, могу отдельно выслать фотографии вам. Я в первую очередь ведущий, и даже если я буду плохо выглядеть, мне кажется, что люди будут относиться ко мне как к человеку. По крайней мере, я хочу видеть рядом с собой, да, или же там в числе людей, которые включают телевизор и смотрят «Подъем», именно таких людей. Я не виноват в том, что я родился с таким носом, с такими глазами, с такими волосами. Это не от меня зависит. Спасибо, мама и папа, в конце концов. А каким вы видите вот свою дальнейшую карьеру? Ну, сейчас телеведущий, каких вот высот еще хочется достигнуть? Возможно, журналист в горящих точках,
Или там, или конкретно, или уйти с снова к змеям горячие точки. Всякое может быть. Или пока вот не задумывались о дальнейшем. Кардинально менять профессию, мне кажется, я не буду. Хотя 2 года назад я вообще думал, что буду экономистом. Но мне очень нравится телевидение. Телевидение именно в плане, может, производства даже. Там создавать программы, реализовывать свои идеи, которые ты придумал, это очень забавно и это очень приятно. Поэтому можно попробовать себя еще в качестве продюсера. Работать в продакшенах каких-то? Да, продакшен какой-то, там, производить проекты и т.д. А в кино? Кино я тоже пробовал и тоже планирую этим заниматься, но просто банально на все не хватает времени. Но кино – это вообще отдельная история. А вы уже снимали же, да? Я снимался не в полнометражных фильмах, там где-то в сериалах такое, там, военного сыграл. Военный? Я и военный, это... Серого, здоровенного. Это как Слава, Соломка и я. Так, Юлия Белошицкая интересуется. Здравствуй, Александр. На телеэкранах ты появился относительно недавно, и многим уже полюбился, а многим и нет. Как ты реагируешь на различные статьи и отзывы людей, которые критикуют тебя? Узнают ли тебя на улицах? По поводу негативных отзывов это хорошо. Негативные отзывы, если они объективны, ты на них можешь посмотреть и сделать выводы, и, соответственно, это тебя только улучшает. По поводу позитивных отзывов всегда приятно, спасибо огромное. Это... У артиста есть такая поговорка: вам не сложно, а нам приятно. Так, по поводу аплодисментов. Угу. А, по поводу узнают ли на улицах? Да. Да, узнают. У меня даже была история, вот такая очень смешная, наверное, когда я сидел на лавочке в Черкассах, кого-то ожидал, и рядом со мной, вот буквально в 15 метрах, сидели две девочки. Ну, лет, наверное, 15-16. Я смотрю, так они подглядывают, и вот как бы вроде бы заметили. Ну, что делает артист в таких ситуациях? Он начинает править прическу, улыбаться активно, как бы делать вид, что он о чем-то думает, рыться в телефоне. Вот я приблизительно делал то же самое. В результате девочки берут бумажку, что-то на ней пишут, потом заворачивают 8 слоев, подбегают ко мне, отдают бумажку и убегают. Я открываю эту бумажку, смотрю, а там подпись. Здравствуйте, Саша. Мы, конечно же, вас узнали. Не могли бы вы передать привет Оле Фреймут и программе «Ревизор»? Она нам очень нравится. Вот как после такого можно реагировать спокойно? Я опять что-то сломал. Да это что? Можно ломать можно сколько угодно. Ничего не будет. Так, по поводу отзывов. Вы сказали негативное, но объективное. А если все-таки отзывы негативные и необъективные, хочется как-то отреагировать или стараетесь как-то, ну, не обращать внимания? Я придерживаюсь позиции не обращать внимания. Это ничего не дает. Вот как только ты начинаешь вступать в конфликт с человеком, который, назовем его, неадекватный, потому что если это необъективный отзыв, ты тут же проигрываешь. Поэтому просто не реагируйте. Очень часто даже в жизни бывают такие ситуации, когда ты можешь учиться в университете, у тебя там может быть какой-то конфликт, и необъективно, просто не вступайте с ним. Так, еще один вопрос от Юлии. В детстве кем мечтал стать? Неужели, как и все мальчики, космонавтом? В детстве я мечтал, я почему смеюсь раньше, потому что я уже понял вопрос и очень часто задаю. Неоднократно отвечал. Мне мама рассказывала, я не помню, честно, этой ситуации, что я в школе, в 1 классе, ей официально заявил: мама, я хочу быть президентом. Поэтому, ну... Ну как? Ну, як, на корпоративах я не менее. Деколи стаю президентом. Опять вопрос от Балочки. Александр Скичко, а ты бы мог спародировать Александра Скичко? Интересно, как бы это было? Ну, я, честно говоря, не пробовал.
Ну, давайте сейчас попробуем. Давайте сейчас попробуем и, например, ответим на вопрос, кем бы я хотел быть президентом. Честно, я... вот сейчас пародия началась. Честно говоря, я не помню, кем я мечтал быть президентом, но мама рассказывала, что я мечтал быть президентом. Пародия закончилась. Ну, как можно сделать пародию на себя? Ну, это же ты. Еще вопрос о пародиях от Риты. Саша, а какая твоя пародия самая любимая? И как у тебя рождаются новые образы и идеи для номеров? Последний раз я сделал пародию на Лепса. И мне, конечно, он импонирует очень. Я когда надеваю очки, появляются вот эти вот движения, как будто бы вот пропирает тебя. Вот, вот эта энергетика, которая у него на сцене идет, она тебя как-то захватывает. Вот, очень странное чувство. Как отбираю образы? То, что актуально. То, что люди слушают, то, что люди узнают. Ну и по мере необходимости там появляется какая-то идея. А она может родиться просто из ниоткуда. А какая? А, самая любимая версия. Угу. Марго. Не песня. Это очень важно. А, кстати, а то как? Потом напишите в комсомолке. У Александра Скичко любимая песня «Рюмка водки на столе». А песня Лепса слушайте. В переводе на украинский «Людка с бубкой на столе». Ну зачем это? Не слушайте шансон. Как к шансону относитесь? Честно? Иногда слушаю. Вот на радио играет песни Лепса, могу оставить, потому что у него есть хорошие песни. Я, правда, последний не помню, но у меня там настоящая женщина есть такая там красивая. Вот «Уходи вот красиво». Последнее время очень часто крутит. Про день, да? Как-то там. Самый лучший день? А, да, самый лучший день. Ну, то есть, я, наверное, не переключу. У него очень большая харизма. Это классно. Ну, а вообще, какую вы музыку предпочитаете? Попсу или вот что-то такое? Джаз, рок? Все вместе. Лаунж мне в последнее время очень нравится. Особенно, когда ты попадаешь в какую-то такую атмосферу умиротворения, там, за город, или, может, ты сидишь, и для того, чтобы отключиться, лаунж помогает просто очень сильно. Привет от официальной группы. Сашуня, просто улыбнись, мы тебя любим, твои админы в группе и все ребята. Это Марго. Я хочу отдельно передать привет Маргарите. Она занимается моей группой. Это человек, который просто захотел и просто занимается. Огромное спасибо. Так, несколько вопросов от Алины Коломеи. Здравствуй, Саша. Многим известно, что самая сильная мышца у человека – это язык, имеется в виду сила слова. Для ведущего хорошая речь и подвешенный язык – один из главных компонентов для успешной реализации в этой сфере. Делаешь ли ты какие-то разминки для речевого аппарата? Конечно. Вот, кстати, я бы хотела поучиться. Есть какой-то мастер-класс небольшой? Показываю. У меня бывают проблемы. Для слабонервных... Просьба отключиться. Есть, конечно. Самое распространенное упражнение для языка. Начинаете языком крутить от верхней небы до нижней. И вот так. Можете попробовать, кстати. Это я ж потом. Вот сейчас, кстати, совсем другое получается. Потом... Боже, я как-то все повлетало. Представляете, что вы кусаете яблоко. Берете яблоко, очень широко раскрываете рот и начинаете кусать, таким образом, чтобы ваши мышцы напрягались. А потом, ну, этих упражнений очень много, можно в интернете посмотреть просто. Да? Делаю, я конечно. Я как-то вроде искала, не нашла. Особенно интересно это, когда я еду в 6 утра в машине на эфир, и рядом, знаете, какие-то заспанные водители с ночи едут. Они так поворачиваются на светофоре, и там сидит парень. Это, конечно, наверное, странно смотрится. Весьма странно, да. А вы, кстати, в котором часу просыпаетесь? В 5 утра. О, боже мой. А во сколько ложитесь? Приходится, наверное, пораньше ложиться? Дают? Пораньше. В 12, в час. Это пораньше? Это пораньше, потому что бывает плохо, это когда в 2. Вот когда ты ложишься в 2 и просыпаешься в 5, чувствуешь себя на удивление намного лучше в 7 утра, чем когда ложишься в 12, потому что вот этот день еще не закончился. Ты просто лег перекурнуть, а потом, о, все, продолжение. Но в 9 тебя просто вырубает уже потом.
Так, Алена Коломеец вновь нам пишет. Саша, твоя детище мачо не плачет, очень успешно и интересно. Думаю, что-то, что делают герои для своих принцесс, заслуживает похвалы и уважения. А скажи, пожалуйста, на какие поступки ты готов ради девушки? И есть ли дама сердца у тебя сейчас? Очень часто задаваемый вопрос, давайте на него ответим. По поводу дамы сердца? Да. Дамы сердца у меня нет, но вот ради девушки делать какие-то поступки – это очень приятно. Главное, чтобы это было искренне и чтобы ты хотел этого делать. И когда у тебя появляется желание ради девушки вызвать пожарную машину, подняться к ней на этаж и спеть серенаду под окном, боже, вы будете довольны в 150 раз больше, чем даже девушка, которая это увидела. Вы так рассказываете, как будто уже делали так подобное, да, в жизни. Да. Угу. Ну и как она это восприняла? Нормально? Да, любая девушка. Адекватная, возможно, была неадекватная реакция. Нет, ну, неадекватная реакция была тогда, когда она со мной познакомилась, потому что я бываю достаточно странный, когда веселый. Но, ну, когда вот человек говорит что-то приятное, она обязательно хорошо отреагирует. Например, есть ситуация, когда парень девушке хочет сделать предложение на публике. Очень часто ведешь концерт, подходит парень и говорит, я хочу девушке признаться, я хочу ее позвать замуж. Я не видел, чтобы хоть одна девушка отказывала в таких ситуациях. Я считаю, это просто уловка для девушек. Потому что поэтому будьте осторожны, если парень вызывает вас на сцену, лучше тикайте, как шуманы в парне. Ну, это действительно, но как можно отказать, когда ты стоишь на сцене, и тебе говорят, ты выйдешь за меня? Миллион людей вот так вот на площади, и ты такая, не, и до дома ты не дойдешь уже, все.